Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой вот музыкальный инструмент, трубу. Для ее изготовления понадобится 260, 160 и пятерка. Что ж, давайте начнем. Растягиваем шарики. Надуваем 260, оставляя в конце на 2 пальчика кончик. Теперь кладем палец на узелок и захватываем его другой рукой. Перекручиваем и вот этот узелок вставляем как бы внутрь. Теперь берем пятерку, раздуваем и спускаем до 9 сантиметров. Можно сразу же привязать к 260 шарику, кончику. Здесь тоже завязываем ближе к колечку. Нам еще понадобится кусочек ШДМ-ки для завязывания. Вот так вот выдавливаем воздух ближе к узелку, кладем палец на узел. И вот здесь, где макушка, берем его другой рукой и аккуратненько перекручиваем. Поправляем, если получается неровно. Берем этот кусок ШДМ-ки и вот так вот натягиваем, оборачиваем несколько раз. И завязываем. Кончики отрезаем. Теперь этот узелок проталкиваем поглубже. Теперь берем 160, надуваем почти до конца и спускаем, оставляя 4 пальца. Завязываем ближе к колечку. И на конце, ну, в начале делаем маленький пинчик
Так вот, фиксируем. Теперь берем трубу и вот так вот ее скручиваем, чтобы с обеих сторон оставалась где-то ладонь. Кладем здесь этот маленький 160 шарик. Вот так вот оборачиваем, делаем тут скрутку и перекидываем ее через вот этот пинчик. Смотрим, чтобы пинчик находился между вот этими двумя шарами. Вот здесь. Вот мы перемотнули. Теперь переворачиваем и перематываем уже с этой стороны. Смотрим, чтобы было симметрично. С какой стороны нам лучше сейчас пойти. Скажем, с этой. И идем снова на другую сторону. И перекручиваем вокруг пинчика. Теперь подвигаем вот этот участок и обматываем, оборачиваем вокруг него шарик, оборачиваем вокруг пинчика. Нажимаем, делаем второй оборот. И смотрим, где нам сейчас лучше сделать, чтобы было симметрично с этой стороны. Несколько раз. И спускаем лишнее. Теперь поправляем форму, чтобы загибы были более круглыми. Так. Здесь тоже выправляем, чтобы симметрично была вот эта труба. И выпрямляем вот эти вот все концы. Ну вот.
такая вот получилась труба. Пинчик вот, спрятался. Можно его достать. Вот. Спасибо всем за внимание и до свидания.